Доброе-доброе утречко. Завтрак, школа начинается. Зайка, вот это еще попробуй. И еще на десерт вот такой вот йогурт. А я приду сейчас с прогулки и попробую с черникой или с малинкой, в общем, с чем-то. Потому что я собралась уже. Типа собралась. Иду с собаками гулять, а потом хочу покраситься. Да, сегодня у меня будет день покраски волос, потому что мне кажется, что уже что-то надо сделать с этим делом. Там у меня уже пылесос убирает, все по фен-шую. Стиральная машина очищается от всяких загрязнений. Потому что я что-то с утра постирала белое белье, а оно у меня все в шерсти оказалось. Стояла после стирки, шерстинки доставала. Кипиш, уходим отсюда, сейчас у Киры начнется урок. Да. Одеваюсь сегодня тепло, потому что на улице холодно. У нас сегодня вообще обещают снег, вы представляете? 11 марта. Да? Ну, не знаю, на улице холодно. Но сейчас светит, конечно, солнце. Они обещают снег. Обещают? Нет. -3. Солнечно весь день. -3. Еще под вечер может лупануть. Вчера я в телеграм-канале, мне писали, это что сегодня, снег у кого-то идет. Это минималка. А максималка сколько будет? Сейчас. А как? А что у меня это? Да ты зайди в прогноз погоды. Вот. Ну так. Вот. Будет 5 градусов. Боже, у меня такое окно грязное. Это просто трындец. Но это не с этой стороны оно грязное. Оно грязное с той стороны. Жесть. Все, я тебя оставляю. Снег! Тут его нету. Пошли! Снежок, давай, идем, пошли. Раз, два, три. Все. Фух. Так спарилась, пока делала утренние процедуры, что теперь мне жарко. Хотя на улице очень даже прохладно. Реально холодно. Ну, блин, -3. Конечно, холодно. Когда я уже куртку зимнюю сниму, я не знаю. Приготовила себе уже красочку. Кушаю вот этот вот йогурт по-гречески. Что я скажу? На самом деле очень прикольно. Кстати, Акира делает себе маникюр на переменке. Попробуй. Не хочешь? Он без комочков. Он просто со вкусом. Ну, тут есть какие-то очень мелкие, но я думаю, что Кира их даже не заметит. А еще Кира решила посмотреть какой-то фильм. «Девица» называется? Какой-то фильм «Девица», но я так поняла, что это фантастика про каких-то драконов. Я хотела его посмотреть давно, но он вышел только 8 марта. Вышел только 8 марта, и вот она его смотрит. Но я такое не люблю. Всякие драконы, и это не для меня. Мне бы ужасы, а я уже все ужасы пересмотрела. Так что... Всем приятного аппетита. Я пошла готовить себе краску и приводить себя в порядок. Потому что потом у меня есть очень важное дело. В общем, я себя чуть-чуть приведу в порядок и расскажу вам про это важное дело. Надеюсь, у меня получится сегодня его сделать. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что работает то место, куда мне нужно сходить, чтобы сделать это важное дело. Вот какая история. Так что до встречи. Ты уже сделала маникюр? Да. Показывай красоту свою. Ой, красивый какой цвет. Шикарно. Мне найти масло для кутикулы. Масло для кутикулы вот здесь. Вон там. Вот в той коробочке. Я туда все сложила. Это? Да. Там все баночки. Вытащи коробочку, тебе будет проще. А, не здесь. Вот, господи, не в той коробочке. Вот здесь, вот. Ай, это все сюда. Так. Ты на уроке или нет? Нет урока. А почему нет урока?
Вот так. Смотри, я шерсть нашла. Боже, я тебе отвечаю. Такое интересное кино. Это просто. Серьезно? Очень интересное. Надо было в кино сходить. Ну. Мы с Викой хотели, но... Короче, не дождались его и пошли на «Люблю Дугана Навы». Ага. Тоже очень интересно, очень прикольно. Но вот это вот прям, знаешь, дух захватывает. А то прям такая комедия. Не, на место. В коробочку. А я хожу в своей Панаме. Жду пока. Жду пока-пока. Пока что-то сделается с моими волосами. И пойду сейчас себе сделаю кофе. У меня есть кофе. Та-дам. 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 Еще я добавлю сюда вот этого вот. Чик. Да, ну почему никогда ничего не делается одной рукой? Я вместо сахара добавляю вот этот сироп, и очень вкусно получается. Кстати, неплохой такой сиропчик, я вам честно скажу. Даже очень зашел. И делаем кофе. Та-ра-ра-ра. Ароматное, вкусное и бодрящее. А еще я смотрю «Супермаму». Да, новые серии появились, и на самом деле такие интересненькие. Короче. Кира ко мне сейчас подходит. Да, я уже покрасилась, я уже накрасилась. Сейчас пойду сушить голову. Так вот, она ко мне подходит и говорит: мама, мне сейчас нужно, наверное, скорее всего, перебрать свой шкаф. Почему? Потому что я нашла приложение, там, где можно сидеть на диванчике и, короче, выбирать себе свою... Понимаете, ты да? перефоткиваешь всю свою одежду и в приложении, короче, собираешь лук. И потом ты одеваешься. Понял такое, да? Поняла. Покажи это приложение. Боже, что у нас так жарко? Фу, я же не могу. Кошмар какой-то. Я себе сделала еще овсянку. Я уже съела йогурт с утра. Вот теперь ем овсянку. А потом еще буду кушать что-то. Я с утра почему-то очень сильно хочу сегодня есть. Ну так что там? Только, зайка, давай договоримся так. Ты перефоткиваешь все свои вещи, но потом их складываешь точно так же, как они были. Домовилась? Я не против, но только если это будет... Смотри, поняла, да? Это как это? A closet. Подожди, дай покажу поближе. Вот так вот. Называется приложение. Тут показывает. Это не что, понедельник? Сегодня да. Показывает минус 1 градус. Ну так оно так и есть. Сейчас 1 ощущается. А, сейчас уже 3. Ну, солнышко просто припекает, а на улице так вообще холодно. Я думаю, что ты можешь сейчас перефоткать там пару джинсов, пару кофт. О, у тебя такая есть. Это что, уже сфоткала ее просто? Нет. Смотри, можешь теперь сфоткать еще 4 пары джинсы, и она тебе подберет, под какие джинсы лучше одеть кофту. А я пойду сейчас, чтобы вы понимали. Я вчера вечером, знаете, что сделала? Вы не знаете. Я распорола штаны. Только одну штанину, вторую у меня не получилось. У меня просто со зрением вообще беда-бедёшенька. А еще я помню, что я убирала в Кирином столе, и я находила вот эту вот штучку, которая распарывает вещи. Куда я ее положила? Знает только та Маша, которая была в тот момент, которая разбирала стол. Я не имею понятия. Я вчера перерыла всю квартиру, я ее не нашла ни на месте, ни не на месте, нигде я ее не нашла. Поэтому я распорола только одну штанину, померила вчера, как оно будет смотреться. И хочу сегодня занести в ателье, чтобы мне здесь подшили. Знаете как? Вот так вот. Вот это вот все надо, чтобы осталось. А ты знала, что на этой кофте на бирке написано «Made in Ukraine»? На какой? Так это же Голди, а Голди «Made in Ukraine». Но я не знала, что это такое. Голди — это «Ukraine». Вот, так что я пойду сдавать брюки, чтобы их сделали, потому что я вчера их померила именно вот в таком вот виде, и они просто шикарно смотрятся. И на Киру будут идеально, и на меня будут идеально. Потому что мне кажется, что на Киру тоже чуть-чуть коротковато. Если бы они были немного длиннее, было бы вообще перфекто.
Что, он сразу нашел эту кофту? Ну, я ж сфоткала ее. А, в общем, Кира пошла фоткать свои вещи. Серьезно, серьезно все. Интересно, что это приложение подберет, когда Кира все перефоткает. Будет круто. Пошла сушиться и пошла в ателье. Надеюсь, оно сегодня работает. Хотя вроде по понедельникам у них там выходной. Но я не знаю, вдруг мне сегодня повезет. Блин. Что? А что ты ее туда бросила? Это в стирку типа? Нет, мне сейчас это все перефоткалось. А зачем туда бросила? Ну я потом это все обратно складывать буду. А-а-а. Я надеюсь, самое главное, чтобы оно потом сложилось так, как нужно. Вот это самое главное. Остальное не важно. Ты фоткай только хотя бы те вещи, которые ты носишь. Ну, тогда. А еще остальные, Кирочка, в этом. В стирке. Например, твой лонгслив, он в стирке. И если вы сейчас будете говорить, что Кира на грязном полу складывает свои чистые вещи, пол не грязный, пол чистый. Только что убран, помыт, и поэтому не переживайте. А вообще, какая разница? Наши вещи, наши полы и это футболку искала. Наше тело. Это что за футболка? А, без будущего? Хорошая футболка, плохая надпись. Да ты уже все перефоткала? Так быстренько ты все делаешь? Серьезно. Оказывается, у тебя, Кира, вещей много. Ну, хоть в этот раз ты будешь знать, что у тебя есть в отделении, а то всегда я у тебя убираю в отделении. Ну, вернее, вообще в шкафу. А в этот раз ты... И теперь ты будешь знать, где твои вещи и что у тебя есть. Ты знала, что у тебя есть платье? Угу. Это прекрасно. Я пошла сушить голову. Вы же знаете, что беда не приходит одна. Вы посмотрите, что у меня на голове. А у меня вот эта вещь не включается. Блин, это просто какой-то трындец, Кира. Кто последний раз ей пользовался? Не знаю, ты. Тупо не врубается. Ну, мне просто везет, блин, на фены, которые ломаются. Ну, эту фигню. Трэш. Что мне теперь делать с волосами? Да посмотри, где нормальные волосы? В разные стороны все смотрят. Это все, я ничего с ними не сделаю. Я только этой штукой могла ровненько их уложить. А теперь просто как... Включи в другую розетку, попробуем. Это жесть. Ты понимаешь, что это значит? Нет, вообще ничего. Ну? А типа она мигает и перестает? Она вообще не мигает. Как это мигает? Заработала? Все, перестала. Попробуй на минимальную самую поставить. Так оно не включается. Мам, если что, у тебя блок включается вот так. Так я знаю, и она не включается. Ну как она только что включалась? И что происходит? Заработала? Короче, это все. Это значит, надо мне новый срочно. Я не знаю, мигает. Греет. И перестала, да? Да. Но она нагрелась, но может быстренько. Короче, пошла быстро что-то делать. Я просто в ауте. Я просто в ауте. Я нашла вот такой вот. Есть у нас. Здесь есть много насадок. И одна из них
обычная. Ну, это когда Кира себе гофре делает. Буду сейчас пытаться что-то сделать им, потому что я не могу. Я просто утюжком себе не выравниваю волосы, а убираю пушистость. Я их не протягиваю. Я, знаете, вот так вот просто беру, так раз, 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 как расчесываю. И все, больше никогда ничего не делаю. Но этому выпрямителю уже, наверное, 2 года. Да нет, больше 2 лет. 2 года у нас уже идет война, 3 года. И, наверное, ему уже пришел срок. Но это очень печально. Знала бы я, что он у меня сломается, я бы вчера вместо штанов купила бы вот эту вот штуку. Короче, знаете как? Беда не приходит одна. Ее приходит сразу много. Эта фигня просто бесполезная. Просто бесполезная. Я в ауте. Я в ауте. Кира уже у своей программы спросила, что ей одеть. Сейчас посмотрим, как это выглядит. А это что? Ну, предлагают мне одеть. Это бежевые мои штаны, такие деловые. А это вот эта полосатая кофта моя. Бежевые штаны, это вот эти вот, которые я купила сегодня? Ой, вчера. Нет, это не бежевые. А чего они тут такого цвета? Не знаю, на фотографии так. Как насчет образа с акцентом бежевый? Ну, прикольно. Холодно будет. Да. Напиши программе, что холодно еще. Пусть выберет что-то другое. А это тоже он лукиш подбирает, да? Mm-hmm. Короче, он тебе только с одними штанами подобрал. А, не, вот джинсы, да? И с джинсами тоже подобрал. С платьем подбирает, какой умничка. С платьем подобрал штаны. Но он, наверное, не понял, что это платье. Так, ладно, все. Кое-как я вот этим вот постаралась чуть-чуть убрать пушистость волос. Он, конечно, нагревается безумно долго. Эта вещь все уходит в мусорку, потому что она никак не работает. Я просто в шоке. Я просто в шоке. Кира остается за уроками, а я пошла в ателье, сдам штаны. Посмотрела цены на эти стайлеры. Итак, нормальный, более-менее, от 1500 стоит. Буду что-то придумывать. Знаете как? Придумывать новый вид себе прически. Я не знаю, как быть. Но у меня реально без него это очень сложно, потому что у меня волосы очень сильно пушатся. Даже если я феном их протянула, они все равно пушатся. И этот утюжок, он мне просто их как бы немножко не выравнивал, а чисто убирал вот эту вот всю пушистость и делал более приятный вид на голове. А теперь никакого приятного вида на голове у меня не будет. Я ушла, Китя! О, еще на улице этот дубак. Солнышко светит, но солнце хорошо, даже уже греет. Вот днем солнце греет, но холодно жутко. Все только что в новостях прочитала, что в 12 часов обещают сильнейшую магнитную бурю. Но у меня лекарства есть, это хорошо, но все равно не хочется их пить. Так, вроде бы работает ателье. Я надеюсь, что мне там скажут, да, хорошо, мы вам все сделаем без проблем. Приходите, завтра забирайте. На счету денег нет. Возвращаюсь домой, потому что смс от учителя пришла. Почему тебя нет на английском? Когда ты туда зашла? У меня нет денег на счету. Когда ты туда зашла? Под конец урока? Нет, я на 1 минуту опоздала. Пиши учителю. Да хорошо. Я должна откуда-то лететь, чтобы тебе сказать, чтобы ты села на урок? Ты вообще, я не знаю, зачем так пугать? Я тебя сейчас напугаю. Я тебя сейчас так напугаю. Сядь за уроки. Пугательная. У меня денег нету. Если я получу еще одну смс-ку, я тебя прибью. А у меня денег нету на счету. Интернета нету. Позвонить никому не могу. Вижу, смс-ка пришла. Еще, наверное, дома она пришла, потому что дома есть интернет. Захожу, Кири нету на уроки. Какая причина? Лечу домой дать тырки. Фу, теперь обратно спускаюсь. Блин, трэш какой-то. Надо себе счет, наверное, пополнить. Потому что так можно с ума сойти. Штаны я отдала. 180 гривен. Это супер.
теперь же мне нужно что-то придумать временно хотя бы для волос. Я не знаю, что мне придумать. Короче, пойду что-то искать. Решила, что нужно идти в парикмахерскую и стричься. Под ноль. Просто под ноль. Знаю, многие сейчас будут меня судить, строго и не строго, но я пошла в Аврору. Да-да, именно в Аврору. И там купила самый дешевый стайлер. Мне хотя бы, да, на первое время, чтобы мне хватило. За 200 гривен, ребята, за 200 гривен. Я надеюсь, я себе волосы не спалю. Вот честно вам говорю. Ну, вроде как проверила, вроде как работает. Мне не для выпрямления, мне чисто для моих пушистостей. На первое время, думаю, подойдет. Какой-то вот такой вот самый обычный от Эткео. Не знаю от чего. Просто сейчас на супер дорогой и хороший у меня нет возможности. Он стоит от 2000. А за 200 гривен у меня есть возможность, а он мне нужен. Поэтому я его взяла. Сейчас приду домой, буду пробовать. Значит так, прям вот тут вот вместе с вами. О, вот так вот. Прям вот тут вот вместе с вами. Сейчас будем смотреть. Взяла тот, который и проверяла. Вот такой вот он, самый обычный. Тут вроде пластина, не знаю какая. В магазине, правда, вонял очень сильно, когда я его включила. Но, по-моему, тот, который у меня Philips был, он тоже вонял первое время. Потом перестал вонять. Но я потом себе куплю нормальный. Просто сейчас, я же говорю, у меня сейчас нету возможности купить нормальный. И поэтому я сейчас останусь пока с таким. Проверим, насколько у меня спалятся волосы. И насколько они у меня не спалятся. Тут даже есть режимы. 550, 600, короче, дофига и больше. Черт. Я хочу кушать. Ты кушать хочешь? Mm-hmm. Сейчас, секундочку, Зайка, приведу себя в порядок и накормлю тебя, хорошо? Mm-hmm. А хочешь, я тебе блинов сделаю? Сегодня масленица, кстати. Поздравляю всех с масленицей. Она, оказывается, сегодня началась. Блины хочешь? Это должен быть. Ладно. Так, смотрите. Включаем. Видите, работает. А, ну, на какой мощности, я даже не знаю, на какой начать. Тут даже пластины, которые ходят. Я в шоке. Ну, правда, только одна ходит. Или она не... Она вообще должна ходить? А вторая не ходит. Может, это поломанная? Не, ну вроде тут пружинка. Вроде, наверное, не поломана, потому что пружинка есть. Так. И я сейчас покажу, как я делаю. Я делаю все максимально быстро. Просто вот так вот. Раз, два. И я не задерживаю стайлер на волосах. Я просто как бы их приглаживаю. Вот для чего он мне нужен, понимаете? Просто пригладить волосы. Поэтому думаю, единственное, что вот в этом я уже чувствую, здесь нету ионизации, они будут пушиться. Но с пушистостью я уже разберусь как-то. Видите, он пушится, пушатся волосы. Так, мне кажется, надо увеличить немножко мощность. Воняет жуть. Ну уж как есть. Я же говорю, я просто не смогу без него. Справляется со своей обязанностью. Волосы не палят, это самое главное. Все. Теперь я более-менее адекватно чуть-чуть выгляжу. Потому что он мне еще, знаете, для чего нужен? Я когда выхожу на улицу, если вдруг большая влажность, у меня волосы фу-фу-фу-фу, опять же таки начинают жить своей жизнью. А если я их вот так вот приложу утюжком, то они более-менее дольше сохраняют свой вид. Но я думаю, что мне на первое время хватит. Мощность у него не сильно большая, даже на максимальной мощности. Поэтому волосы сильно не спалят.
Если, конечно, держать максимально долго, то, может быть, что-то и произойдет. Но так как я чисто убираю вот эту вот пушистость, то мне пойдет. Я же говорю, хотя бы на месяц мне хватит, а там я уже потом куплю такой, как у меня был. Потому что тот, который у меня был, он классный. У меня был Philips, он с ионизацией, короче, такой прикольный. У меня что-то ухо болит. Видимо, я его с утра задела, и у меня что-то оно болит. Или я на нем поспала, я аж просто... Вот так вот делаю, и мне больно в, ну, там, где новый у меня прокол. Такое неприятное ощущение. Но, короче, все. Утюжок у меня временно какой-то такой странный, но есть. Рабочий, это главное. Обед подан. Кирюша! Как всегда, Кира, я насыпаю, она говорит, я попозже подойду. Только что плакала, хочу кушать, теперь я попозже подойду. Как так можно? А зачем ты говорила, что умираешь с голоду? Зачем ты говорила, что ты умираешь с голоду? Пошли, зайка. Ну, попробуй, пока тепленькая. Потом же холодная будет. Да ты так встать можешь недолго. Давай, идем. Повезло, что ты сегодня не в школе, а у тебя дистанционка. У тебя когда следующий урок? 13:51. 14:10. Ну пошли, как раз успеешь покушать. Кира, живот болит. Живот болит. Так, а я пошла досматривать Супермамочки. Что-то вот именно вот этот 7-й сезон. Первая серия мне очень даже понравился. Такой, знаете, серьезный. Но концовка обещает быть еще серьезней. И ухо мне что-то болит. Я не могу понять, чего. Вообще что-то непонятное. Прямо что больно-больно. Но мне говорили, что этот прокол будет заживать очень долго и больно. Вот так оно и есть. Он реально будет заживать долго и больно. Приятного аппетита всем, кто будет кушать вместе с нами. Всем прекрасного настроения, замечательного дня. Мира, добра, не болейте. Тёмочки и лавушки, у меня аж настроение поднялось, как я что-то более-менее сделала с волосами. Все равно, конечно, сегодня не то, потому что я как бы... Не успела вовремя, но более-менее пойдет. Куда в нее влазит? Тарелаку вермишели, 5 наггетсов. Я поняла, у меня прикол. Я наедаюсь, например, вермишели с наггетсами, я наелась. Значит, надо поесть что-то другое, поняла? Угу. Пробуем, короче. Что с ним случилось, Кира? Почему он? Ну, трогай. Ну, он не хочет выключаться. Ты понимаешь? А как это так работает, что он на паузу не становится? Пробуй. Я уже понимаю, что невкусный. Невкусный? Ты серьезно? Только отвернулась, надо было смотреть на него. О, теперь получилось. Как это? Мне понравился. Ну... Как сметана, как йогурт, как кефир. Приятного аппетита. Максимально хорошо работает покормить ребенка, и она уже быстро делает уроки. И потом она максимально быстро уезжает в центр. А это тебе я такой лук приложение сказала? Нет, я эту кофту не коптала. Ага, я поняла. Ну, ты хорошо оделась, эта кофта достаточно теплая. Но и тем не менее она не слишком теплая. Но и на улице как раз нормально будет. Потому что вечером будет прохладно. Сейчас прохладно. А вечером будет еще холоднее. Если я одену курточку, которая через верх. Не, будет холодно. Угу. Да, зайчик, еще будет холодно. Даже если ты оденешь свитер, все равно будет прохладно. Так что одень свою тепленькую. Угу. Что, малыш? Все очень серьезно, да? Я тоже так думаю. А выйди сюда, я хочу на тебя посмотреть. Отлично, все шикарно. Закрой, пожалуйста, за собой дверь. Ставила ноутбук на зарядку. Одела собак. По-взрослому, да, Шанти? Потому что сегодня... Ну, во-первых, я иду с собаками гулять. А во-вторых, сегодня ноутбук мой заберут. Посмотреть, что там с клавишами, которые не работают. Ну, надо решить этот вопрос, потому что все уже работает, кроме там нескольких клавиш. Причем клавиши, получается, вот так вот наискосок не работают. Что произошло? Ну, я туда уже в глубину
не лезла. Что смогла, то сделала. Вот. Поэтому я пошла с собаками. Так, что мне надо? Мне надо, наверное, пылесос включить, пока меня не будет. Пусть он убирает. Вот. И вообще мне что-то нехорошо. Меня так знобит. Просто как-то жутко мне неприятное у меня состояние. Мне кажется, все-таки, что я вот в каком-то состоянии болезни нахожусь уже несколько дней и никак не могу прийти в норму. Или заболеть, или не заболеть. Что бы это значило, напишите в комментариях. Все, я пошла гулять. Да здравствует. Да здравствует то, что я все-таки, наверное, все. Я только что гуляла с собаками, я поняла, что у меня так сильно болит спина. Это просто ужас. Пришла домой, у меня все. Нос заложен, слезы текут. Прям такая лафа лафенсная. Именно так. В общем, круто. Сейчас вот буквально через минут 15-20 мастер придет. Надо будет ему отдать ноутбук, кутаться в постель и спать. И вот я снова его отдаю на починку, пошла его отдавать. Стоило выйти из квартиры, уже кипиш. Уже там кричат, орут, куда ж ты ушла? Куда ж ты ушла? Снег, идем ноутбук отдавать. Вот и все. У меня снова его нет. Но мне обещали к среде все сделать. Надеюсь. Все сделают и будет вообще все перфекто идеально. В принципе, сейчас тоже мне для работы перфекто идеально. Но хотелось бы, чтобы было вообще все. На максималочке, понимаете, да? Захожу на кухню, тут телефон. А это что значит? А это значит, что началась тревога. А я хочу очень сильно померить температуру. Что-то я себя так как-то поганенько чувствую. Еще ухо болит. Я, походу, его сегодня задела. И у меня, вот когда так делаю, у меня именно вот здесь вот болит. Понимаете? Именно там. А еще я почти все бананы съела, которые сегодня купила. Интересно, что нам тревога говорит хорошего? Миг залетит, чи щось дуже погано. Сейчас посмотрим, что нам говорит тревога. Блін, повітряна тривога, повітряна, зліт міг. Да, зліт міг. Короче, вот такие вот дела. Злетел, гадина, зараза, придурок. А я-то думаю, чего мне так плохо? Вот чего мне так плохо, потому что у меня температура, жесть какая. Вообще нехорошо. А тут... Заходи. Не больше. А тут у меня снег пришел. Ну, это трындец. Мне еще вот такой температуры не хватает. И все для полного счастья. И для полного счастья все, понимаете? Все. Вот это надо было сегодня не бегать за Стайлером. Нужно было дома сидеть. Поел? Не, почему ты всегда на меня смотришь таким взглядом? Просто готов съесть и убить. Ешь, пожалуйста, все, у тебя уже нужные тарелки, нужное все, кушай. А там уже пылесос у меня убирает. И Кира уже домой идет. И чайник я поставила, хочу сейчас сделать чаечек. Что-то мне вообще совсем прям плохо и еще раз плохо. Я, наверное, знала, когда Левина покупала, что мне сегодня будет плохо. А я опять не открыла дверь. Ну что, еще ключей нету? Здравствуйте. Привет. Нет, нету. А где твои ключи? Потерялись. Нет, серьезно, ты же дверь закрывала. А что там у тебя такое? Футболка. А что за футболка? Я забрала футболку. 5 секунд. Что-что? Я забрала футболку. Какую? Мне цвет понравился. Смотри, какой. Я помирала, но как раз на меня. Ну, я, короче, ее забрала. Неважно, что она какая-то там фирменная, мне цвет нравится. Скажи, прикольный цвет. Ну, ну прикольно. А как вообще она могла налезть на Сережу? Он же раньше худым был. Это, конечно, хорошо ты сказала. Нормально, нормально. Ну, что сказала? Он раньше худой был. Кира, ты знаешь, что у меня? Да. Или я не знаю, я не знаю, откуда у него эта футболка, что? У меня 38. Ну,
Все, заходи, пожалуйста, домой. Зайка, заходи, все. Я ложусь спать, ты мне стелишь кровать, и я все. Ты дальше сама разбирайся. Я чаечек сейчас сделаю, и прощай, дочка. Мне чай с лимоном. Прощай, мама. У нас лимон есть? Да, я же покупала. Да? Хорошо. Все тогда, я тебя увидела, футбол... А померяй футболку, пожалуйста. Померяй футболку, я как раз на этом всем скажу пока, потому что у меня даже сил нет разговаривать. А я сегодня хожу, понимаешь, и думаю, почему у меня так болит спина, и у меня так сильно болят ноги. Я, значит, вот это вот не могу понять. Пришла домой, а мне плохо и плохо, плохо и плохо. Ломка такая жуткая. Думаю, померяю температуру. Померила. Лучше бы не мерила, аж расстроилась. Ну, да. Заметила жливчику? Да. Я заметила, да, круто. Ну, она на меня. Вау. Ну, прикольно вообще. Класс. Ну, скажи, классный цвет. Классный цвет, классный размер. Скажи? Угу. Шикарно. Мне тоже понравилось. Просто шикарно. Короче, круто. Все, ребята. И вот так вот я пока скажу. Что-то вообще как-то печально. Надеюсь, всем завтра пока. Хоть чуть-чуть вычухаюсь. Красотка. Классно. Идет. Всем пока.